Дорогие мои друзья, вы находитесь на канале «У провансалочки». Кто еще меня не знает, меня зовут Алла. Я живу во Франции с 2003 года и очень много лет живу в самом Провансе. И в этой рубрике мы будем с вами разговаривать на интересные темы, которые задаете вы, мне, мои зрители, поэтому мы проведем вместе много интересных минут. Привет, друзья! Я вас приветствую на своем канале. Как вы уже поняли, вы в гостях у провансалочки. И сегодня четверг, и по четвергам у меня выходит болталочка, где я пытаюсь поднять те темы, которые интересны не только мне, но которые навеяны вашими комментариями и просто разговорами под видео. И в данном случае я хочу вас всех попросить, вы начинаете слушать, о чем я говорю. И если вам что-то не нравится, если вы понимаете, что это не ваша тема, то вы можете просто скромно уйти, даже не попрощавшись. Итак, я сейчас приступлю, и у нас сегодня будет очень-очень интересная тема. Недаром я сегодня в шляпе. Я хочу сегодня у вас спросить, зачем люди ходят венчаться в церковь. Итак, приступим. Вот видите, там за мной там стоят два котика. Он и она. Ну, скажем так, венчующиеся пара. Вот. У меня сегодня разговор такой достаточно даже странный для меня, но я хочу констатировать факт, что люди, молодежь, я говорю о французской молодежи, уже дошли до того, что сами не знают, чего они вообще хотят от своих свадеб. То ли это свадьба, чтобы дать своим детям и чтобы все члены семьи жили под одной фамилией, то ли это свадьба, чтобы, как говорится, не жить в грехе, хотя они очень-очень далеки вообще от этой мысли, что что-то есть такое, что можно назвать грехом в их жизни, потому что сейчас это, наверное, у нас уже практикуется. Люди сначала живут вместе, рожают детей, живут много лет, и только потом, когда-то, намного позже, женятся, берут фамилию мужчины, мать наконец-то приобретает фамилию такую же, как ее дети. Но вот совсем недавно я натолкнулась на такую тему, которая меня, ну, она мне не дает успокоиться, потому что оказалось, что люди ходят в церковь для того, чтобы это было красиво. То есть они одевают свадебное венчальное платье для красоты. То, что французы – нация маловерующая, это уже давно всем известно, это я могу констатировать это. Люди даже, которые здесь путешествовали, которые ходили по французским костелам и так далее, все, наверное, заметили, что ни перед Пасхой, ни перед Рождеством нет такого скопления людей, чтобы они приходили там на какие-то мессы, чтобы они приносили туда, допустим, пасхальные какие-то там яйца, пироги и так далее, чтобы это все кюре им осветил и так далее. У них вообще нет этой традиции. Во всяком случае, во Франции о ней никто не знает. У них на Пасху в наших кругах, ну, не знаю, возможно, мне так повезло или не повезло. Я сама человек не практикующий, я всего лишь в своем сердце верю, что не все так просто в этом мире, и что Бог, он, наверное, все-таки есть. И в своем сердце я стараюсь соблюдать заповеди, которые были прописаны в Библии. И многое, что меня здесь шокирует, и, казалось бы, каждый раз, когда наступает какой-то церковный праздник, кроме того, да, у них все эти дни, там, допустим, Вознесение, Благовещение, Пасха, Троица, Рождество, самые большие как бы церковные праздники, так же, как и у нас, здесь это выходные дни. То есть люди не работают. Ну, они этому не придают никакого значения. То есть, когда начинают спрашивать, что бы это значило, там, допустим, Вознесение Господне и так далее, никто вообще, все на меня смотрит чумными какими-то глазами. Ну, я и сама не очень-то разбираюсь в церковных праздниках. Но, тем не менее, я бы никогда не додумалась ответить на поставленный мне вопрос,
почему я иду в церковь крестить своего ребенка, я бы никогда не ответила, потому что я хочу устроить праздник. Кто тебе мешает устроить праздник просто так, не крестив его, если вы в это не верите? Они идут в церковь, разругавшись пух и прах, там им кюре начинает рассказывать, что сегодня у вас такой великий день и так далее, вы сегодня, ваш ребенок будет, значит, покрещен перед Богом, теперь он будет там, допустим, защищен от того, того, и вы, родители, должны жить мирно, дружно и поддерживать, как бы, Господа в том, что вот он вам дал такую возможность иметь этого ребенка, та-та-ти-та-та-та, ну ладно, короче, там, это все как бы лирическое отступление, вот. И когда тут на днях была католическая, как бы, Пасха, кроме того, что католическая Пасха – это, вы все прекрасно знаете, это просто шоколадные яйца. Вот, действительно, семья неверующая, они все, по-моему, я не знаю, но они не атеисты, они все-таки крещенные в церкви, в свою католическую веру. Есть члены семьи, которые евангелисты. И мой муж говорит, что его бабушка и мать, они были евангелистами. Ну, я ему говорю, ну ты у нас католик, потому что я не могу понять разницы в этом, не хочу лезть в землю, сама ничего не понимаю. Но для меня, допустим, всегда было понятно, почему люди идут венчаться в церковь. То есть во Франции у них здесь церковь отделена от государства. То есть у них не считается брак, церковный брак у них не считается действительным. То есть сначала ты должен, как и у нас, пойти расписаться в мэрию, и только потом ты можешь уже зафиксировать свой брак, если ты хочешь венчаться в церкви. Здесь же, понимаете, все наоборот. То есть так как они не могут идти венчаться в церковь, они идут, конечно, сначала в мэрию. Но они в мэрию ходят в обыкновенной одежде, там, ну, вот в каком-то там костюмчике, там, допустим. То есть невесты не одевают свадебное платье. Они одевают свадебное платье только тогда, когда они идут венчаться в церковь. И, конечно же, а что здесь, скажите вы мне сейчас, а что здесь, да, так правильно, а что здесь такого, Алла, да, вот они пойдут в церковь. В церкви нужно платье, в церкви нужна фата, в церкви, наверное, нужно опустить эту вуаль на твои глаза. Потом, когда вас батюшка повенчает, кюре повенчает, вы должны поднять уже, значит, как бы фату и так далее. То есть это все здесь соблюдается. Я была на французских свадьбах, и я была на венчании в церквях. Я хочу опять, но это опять не то, о чем я хочу вам сейчас рассказать. Итак, наконец-то я вернусь к тому, с чего я начинала. Значит, я начинаю поздравлять людей с праздником. То есть они здесь не говорят, как мы там, допустим, Христос воскрес, никто не отвечает, воистину воскрес. Окей, все-таки, ну, не знаете вы этого, не знаете, ничего в этом нет страшного, не верите вы, не верите. Но мы на кануне предстоящей свадьбы моего старшей дочери моего мужа. И то есть разговоры льются все время, как бы, где бы мы ни встречались, на какие бы там, по каким бы поводам. Каждый раз все-таки мы возвращаемся к тому, что в августе месяце будет свадьба, ну, свадьба практически века. Только разговоры об этом, все там уже подбирают себе наряды, все уже говорят о том, о сём, там невеста себе уже выбрала кольцо, она нам показывала, какое оно. И, значит, я разговариваю с людьми и говорю, ну, как, ну вот, значит, мы же сейчас все встретимся в церкви. И, кстати, это совсем не обязательно идти в церковь, но если они идут, то они, значит, крещенные. Сегодня вот как раз-таки Пасха, и никто об этом не знает и не говорит, и как бы даже не упоминает об этом. И тут мне говорят, что ну и что, что они пойдут венчаться в церковь. Они идут венчаться в церковь, потому что это красиво, потому что это будет белое платье у невесты, потому что это будет очень торжественно, это будет душещипательно, это незабываемое ощущение вот под эту музыку органа и так далее, там, та-та-ти-та-та-та.
И потом один мне парень говорит ни с того, ни с сего: «А вы знаете, а вот мой знакомый сейчас вот женился, и у него то ли он сам, то ли его, значит, жена не были покрещены». Я говорю: «В смысле, как это так? Это недопустимо, такого не может быть. А что, разве у вас не проводят с вами там какие-то беседы, не объясняют вам, что такое, значит, венчание перед Богом, к чему это идет?» И, как правило, допустим, люди, вот, значит, дочь моего мужа, они очень давно живут вместе, у них уже двое детей, они уже, наверное, лет 17 или 18 вместе, и вот они как бы и официально женятся, и они тут же венчаются. Вот, в этот же день. Они говорят: «Нет, нет, мол, типа, сейчас не обязательно быть крещенным, чтобы венчаться в церкви». Я говорю: «Да подождите, люди, давайте будем разбираться, но мне же нужно разобраться». Вот. И тут начинают на меня наезжать со всех сторон: «Да что вы мне рассказываете? Я вот знаю, я вот был на такой свадьбе». Другой говорит: «И я тоже был на такой свадьбе». Я говорю: «Ну как, объясните мне, а где логика и где смысл идти в церковь, если вы не верите абсолютно ни в какие там чудеса Божьи, если вы не крещены?» Я говорю: «Это же большой грех». Тут меня начинают все осаждать и говорят: «Да что вы понимаете, да какая разница, крещеный, не крещеный, главное, что невеста платье может одеть белое и пойти красиво, зайти в эту церковь». Я говорю: «Да вы что, обалдели, что ли? При чем здесь вообще платье? Если она хочет одеть белое платье, она его может одеть и, как говорится, в мэрию, и в этот организм, где расписывают людей, ставят штамп, выдают себе бумагу, что вы муж и жена», и так далее. Короче, я начинаю разговаривать с людьми постарше, то есть с ровесниками моего мужа, моих ровесников. И они мне начинают доказывать то же самое, что, слава Богу, сейчас это все уже отменили, и что это все зависит теперь только от самого кюре, что вот, допустим, в какой-нибудь церкви тебя даже не возьмут как бы быть как бы крестным родителем ребенка, если ты не принесешь сертификат с твоей церкви, где ты был крещен. Вот. А есть такие церкви, которые вообще ничего не спрашивают. То есть они берут деньги, и они вас венчают. А крещенные вы, не крещенные, в какую церковь, когда и так далее, это вообще никого не волнует. Я говорю: «Такого не может быть, я не верю». Мы развели дискуссию. Ну что, большинство людей, они меня подавили своим авторитетом, в том плане, что моя проблема в том, что я не могу очень точно и четко выражаться на французском языке так, как я могу об этом сказать на русском языке. Потому что так, как я ему говорю, допустим, на французском языке, что «вы грешники», они ржут с меня, вы понимаете? Я ему говорю: «Это недопустимо, так нельзя, так не бывает, это неправильно. Это большой грех, но если вы хотите венчаться в церкви, ну надо сначала хотя бы покреститься, если вы не крещенные, пройти там какую-то процедуру и потом с чистым сердцем, с чистой душой идти венчаться в церковь». Вы понимаете, какой все-таки я смысл вкладываю в венчание, что это должен быть брак перед, ну как бы, перед Богом там где-то, да, на небесах, скажем так, на всю жизнь, на всю оставшуюся жизнь, а не потому, что невеста хочет одеть платье белое. Меня это настолько потрясло, что я, наверное, вот 2 дня вообще хожу и думаю только об этом. С моим мужем я на эту тему разговаривать не могу, потому что он все это примет опять. Как говорится, я ему хорошо объяснить не смогу, что меня смущает. А так как идет предстоящая свадьба дочери, я не хочу его расстраивать. Или, ну, зачем? Все равно он мне не ответит на мой вопрос. Поэтому я спрашиваю у вас: а что думаете вы? Если честно, я настолько в смятении, что даже не могу связать сегодня очень четко свою мысль, потому что сказать, что где логика, ну, это просто ничего не сказать. Сказать о том, что люди, до чего мы так доживемся,
что если мы идем венчаться в церковь только потому, что можно одеть белое платье, и это будет торжественно и красиво, а что вам мешает тогда пойти и, как говорится, перекреститься, и там однажды прочитать эту молитву или что, потому что в церкви, когда будет происходить венчание, обязательно будет читаться молитва, нам раздают книги, мы будем петь песни там. Вот, то есть раздаются книги, мы будем читать эту молитву на французском языке, петь песню и так далее. Потом уже кюре там будет их там тоже дымком там, как говорится, крестить и так далее. Вот такие вот, друзья, дела. Я вам все рассказала. Я жду ваши комментарии. Я очень-очень надеюсь, что не будет никакой злобы, не надо обращаться там к каким-то там глубоким познаниям законов Божьих. Я просто хочу спросить, может быть, на самом деле мы сегодня очень слишком много требуем от нынешней молодежи и требуем того, чего нет. На сем я прощаюсь. С вами была Провансалочка. Сама себе я так и не ответила на этот вопрос. Я надеюсь, что в комментариях мы найдем ответы. Я совсем забыла вас попросить. Кто не подписан, подпишитесь на канал, пожалуйста. Поставьте лайк или дизлайк, если вам не понравилось то, что я вам сегодня рассказала. В любом случае, это ваша реакция. Приводите своих друзей, кому нравится мой канал. Он разнообразный. И мы будем продолжать наше общение на той дружественной ноте, на которой и начали. Французское бизу-бизу. Ваша Провансалочка. И до очень скорой встречи на канале. Thank you.